Кристина Толмашева from Баши, Курдистан. Со 2 по 19 октября в Южной Корее проходил международный конкурс. Он собрал около 50 участниц со всего мира. Башкортостан представляла уроженка Нефтекамска Кристина Толмачева. В свои 19 лет она обладает титулом первой вице-мисс Башкортостана и второй вице-мисс Зауралья. Став лучшей в конкурсе «Мисс Башкортостан», у Кристины появилась путевка на международный конкурс, где девушке пригодилось знание иностранного языка. Язык я знаю на среднем уровне. Не так, конечно, хорошо, как девочки из других стран. У некоторых, потому что свой язык английский, но нам переводчики нам прилагались к этой поездке, но переводчики, конечно, были только с корейского на английский, но были девочки, допустим, с Москвы или с Казани, которые работают сами по жизни переводчиками, девочки были старше меня. И они помогали. В рамках конкурса девушка побывала в Сеуле и Пхёнчхане, где в феврале 2018 года состоятся зимние Олимпийские игры. Кроме этого, для участниц были проведены многочисленные экскурсии, правительственные мероприятия, фотосессии, показы и выезды в различные города Кореи. По итогам международного конкурса красоты Кристина Толмачева удостоилась титула посла мира. С самого начала я в Корею ехала с самыми добрыми намерениями показать, что в Башкортостане очень добрые люди. И организаторы посчитали, что действительно Башкортостан был самой дружелюбной страной, которая была на конкурсе. И после этого мне дали посла мира, как соединяющее звено между Кореей Южной и Башкортостаном. В планах у Кристины Толмачевой вновь принять участие в конкурсе красоты мирового уровня, но его название девушка пока не разглашает. А пока студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета наверстывает пропущенные за время конкурса лекции и семинары. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».